Сегодня пятница, и мы сегодня поговорим о проекте, которому 10 лет. 10 лет назад Фил Шиллер вышел на сцену и объявил, что начинается новая эпоха. Он много чего рассказывал о том, что голосовые ассистенты никогда не будут прежними. 10 лет назад появилась Siri, и за это время эта девочка стала немножко другой. Обычно девочки за 10 лет взрослеют, Siri немножко потупела, старческая деменция, она лишилась многих функций. И, в общем-то, то, что было развлечением во времена iPhone 4S и последующих моделей, сегодня выглядит как-то странно. Давайте поговорим с Siri, чтобы я не был голословным и вы понимали, о чем я говорю. Привет, Siri! Siri, сколько тебе лет? Главное, ребята, сердцем не стареть, как говорится. Siri, когда у тебя юбилей? Привет, Siri. Когда у тебя юбилей? Привет, Siri. Siri, привет. Siri, когда у тебя юбилей? Она мне пишет, я не совсем понимаю, она потеряла дар речи. Окей, давайте я закрою это все. Привет, Siri. Привет, Siri. Вау, она запустилась. Siri, ты молодец, ты запустилась. Ты можешь услышать, что я говорю. Ответь мне на вопрос, пожалуйста. Когда у тебя юбилей? Спрашивайте. Когда у тебя юбилей? Siri, когда у тебя юбилей? Siri, когда у тебя юбилей? Не хочет. Окей, давайте попробуем еще раз. Привет, Siri. Siri, привет. Привет, Siri. Привет, Siri, Siri, привет. Привет, Siri. Siri, привет. Вау. Что я могу сделать для вас? Siri, когда у тебя юбилей? Типичный Apple. Мы вам наобещали за 10 лет сделать ВОО. Не сделали ничего и убрали функции, так что она вообще не работает, да? Привет, Siri. Привет, Siri. Siri, почему ты так плохо работаешь? Не, ну, смотрите, да, она исчезла просто. Эта женщина со мной не хочет общаться, в отличие от всех других. Привет, Siri. Почему ты так плохо работаешь? Это нехорошо. Да что ты говоришь? Да что ты говоришь? Повторяю свой вопрос. Привет, Siri. Сколько тебе лет? Думаю, моим днем рождения можно назвать 4 октября 2011 года. Классно. Слушайте, мы добились, ну вот немного мы вместе с вами помучились, мы добились ответа на простой вопрос, который был заложен программистами Apple. Привет, Siri. Что лучше, ассистент Google или Siri? Я вся в Apple, все время. Я не сомневался. Siri носит Apple все время, и поэтому она такая тупая и так работает, в общем-то. Это отличная демонстрация того, что из себя представляет сегодня голосовой ассистент Siri от Apple. Он тупеет на глазах, он пытается догнать, скажем так, восприятие компании тех, кто должен им пользоваться. Привет, Siri! Привет, Siri! Привет, Siri! Siri, привет! Привет, Siri! Офигеть! Siri, ты глухая? Ответить на вопрос. Спрашивайте. Спрашиваю, Siri, какой ассистент лучше голосовой? Ну, я так понимаю, на неудобные вопросы, как настоящая женщина, она тупо не отвечает. Просто тупо не отвечает. Алиса на фоне Siri уже заканчивает высшую школу экономики. Просто. Хотя она тоже туповата, да? И вот это называют голосовым ассистентом компания, которая 10 лет его создает. Ну, это примерно как карты от Apple. Siri, привет, Siri. Привет, Siri. Привет, Siri. Привет, Siri. Привет, Siri. Siri, привет. Привет, Siri. Siri, привет. Привет, Siri. Привет, Siri. Вау. Напиши... Здравствуйте. Что я могу сделать для вас? Напиши сообщение. Кому вы хотите это отправить? Господи. Это фильм ужасов. Я хочу... Вы хотите это отправить? Я хочу отправить тебя в ад. В вашем сообщении контакту Elder Bear говорится, тебя в ад. Отправить его? Ну, отправь меня в ад, детка.
В вашем сообщении контакту Elder Биарарарарарарарар говорится, меня вот детка. Отправить его? Ты такая вопросительная. Возможно, я могу еще чем-то помочь вам. Безусловно, объясни свой акцент. Слушайте, ну даже контакт Эльдар Муртазин. Привет, Сири. Слушайте, я, конечно, не знаю. Может быть, когда я рассказываю про качество продуктов Apple, мне часто говорят: нет, ты что, ты все врешь. Слушайте, ну, дорогие пользователи айфонов, ну, достаньте вы вот эту Siri. Я понимаю, что вы мучаетесь. Я понимаю, что я слышал, как девушка пыталась с Siri поговорить, потом бросила это занятие, потому что это... Ну, вот вы видели, как я общаюсь с Siri. Это невозможно по сравнению с тем, как это выглядит на платформе Google, которая развивается, которая не останавливается. Это небо и земля. Ну, давайте просто для сравнения попытаемся поговорить с Google. Окей, Google. Расскажи мне, пожалуйста, когда появилась Siri. Согласно источнику Википедия, Siri была включена в программное обеспечение iPhone 4s 4 октября 2011 Стоп. Года. Окей, Google, порадуй меня чем-нибудь. Борьба со скукой – мое призвание. Я могу попробовать вас развлечь или предложить какое-нибудь занятие. Что предпочитаете? Хочу написать сообщение в ад. Для этого нужно разблокировать устройство. Пожалуйста. Извините, кому вы хотели отправить сообщение? Сатане. Кому вы хотели отправить сообщение? У меня есть контакт Сатана. Кому вы хотели бы отправить сообщение? Эльдару Муртазину. Хорошо. Мобильный или домашний? Мобильный. Хорошо. Что в нем написать? Сообщи ему, что я нахожусь в аду и не знаю, когда вылезу оттуда, потому что температура радует, а зима в Москве не очень. Вот ваше сообщение. Сообщи ему, что я нахожусь в аду и не знаю, когда вылезу оттуда, потому что температура радует, зима в Москве не очень. Вы хотите отправить сообщение или изменить его? Изменить. Я хочу изменить сообщение. Извините, я не поняла ваше сообщение. Хотите записать аудио? Нет. Окей, что в нем написать? Зима в Москве холодна, вечера тусклы, вылетаю на Канары. Вот ваше сообщение. Зима в Москве холодна, вечера тусклы, вылетаю на Канары. Вы хотите отправить сообщение или изменить его? Отправить. Отправляю сообщение. Вау, я справился. Давайте попробуем сделать все то же самое с Siri еще разок. Ну, может быть, она расчехлилась, так сказать. Google Assistant все-таки рядом работал. Привет, Siri. Отправь сообщение. Кому вы хотите это отправить? Эльдар Муртазин. Какой номер телефона Эльдара Муртазина? Сотовый или дом? Сотовый. Что вы хотите сообщить? А в Москве вечера холодны и тусклы. Хочу поехать на Канары. В вашем сообщении контакту Эльдару говорится: и в Москве вечера холодные и тусклые. Хочу поехать на Канары. Отправить его? Отправь. Вам придется продолжить приложение. Вау! Она даже что-то расшифровала, но... Открыть приложение Siri, серьезно? То есть мне не нравится ни первый, ни второй вариант, к слову сказать, но Siri совсем тупа. Вы слышали вот этот как бы цирк, он цирк на лужайке, реально цирк на лужайке, что могу сказать. Окей, Google. Рестораны с едой на вынос рядом. Рядом с вами могу предложить несколько мест из категории ресторан. Спасибо. Привет, Siri.
Рестораны с едой на вынос рядом со мной. Я не смогла найти никаких ресторанов с продажей на вынос. Их нет в Москве. Последние ежи в томатах доедены. Это не морские ежи. Ну, что могу сказать. Компания Apple весьма правильно представляет нашу страну, Москву, столицу нашей родины, и вот это все. Знаете, жаба с гадюкой тут воевали, потому что Google Ассистент, конечно, с точки зрения вот этого разговора тоже туповат, но Siri совсем никакая. Она и информацию не ищет, и не умеет ничего делать. 10 лет прошло. Привет, Siri! Попрощайся с нашими слушателями, скажи им что-нибудь приятное напоследок. Я не вижу наши в ваших контактах. Кому вы хотите это отправить? Окей, Google. Скажи, какой получатель? Полина или Неса? Вот что нашлось в интернете. Вот результат с YouTube. Какой получатель? Полина или Неса? Ну, слушайте, это классно. А, окей, Google, скажи что-нибудь приятное нашим слушателям. Линеса. Вселенная расширяется. По-моему, это неплохо. Какой получатель? Полина или Неса? Нет, ну понимаешь. Хочешь, я расскажу? Хорошо, если вам нужно что-то еще, дайте мне знать. Хочешь, я расскажу тебе сказку Полины или Инессы? Я не знаю, кого выбрать. А, привет, Siri. Привет, Siri. Siri, ты любишь решительных мужчин? Hi, ma'am. У меня нет ответа на этот вопрос. Может, я смогу помочь вам с чем-нибудь другим? Чтобы вы понимали, hi, ma'am, это не привет, мадам. Нет. Это хм, это задумчивость от Siri. Ну, в общем, вот такая у нас пятница забавная. Что я хочу сказать? Siri молодец, она не изменяет себе. Старческая деменция уже случилась не у меня, а у нее. Хотя по возрасту мне уже пора, что называется. Окей, Google, порадуй нас чем-то веселым напоследок. Борьба со скукой – мое призвание. Я могу попробовать вас развлечь или предложить какое-нибудь занятие. Что предпочитаете? Полина или Инесса? Прошу прощения, но я не совсем понимаю, о чем речь. Полина или Инесса? Извините, мне все еще непонятно, о чем речь. Если что, вы всегда можете оставить отзыв для моих разработчиков. Окей, Siri. Пока, Siri. Окей, Google. Пока, Google. Всего хорошего. Всего хорошего, ребят. Пока.